Витек. Ну что, этот день настал, день соревнований. Вот, собственно, мы на бэкстейдже. Но здесь очень вот странно сделано, конечно. У нас вроде про-турнир, а здесь только-только заканчивают любители, во-первых. Во-вторых, на бэкстейдже, вот посмотрите, сколько здесь атлетов, да, и сколько обычных людей. Здесь просто вот все, кому не лень. Ну, я не знаю, вот в этом плане по организации, конечно, ну, провал полный, если честно. Потому что, ну, всегда как-то про атлеты отдельно там и стараются что-то сделать или в отдельный день выносят. Какие-то комнатки свои там и так далее. Или как минимум любители уже заканчивают к этому моменту. А тут вот, конечно, не особо круто это. Нам пришлось загримироваться, второй слой положить, дойти до VIP-зоны. А VIP-зона это, короче, на другом конце выставки, на другом конце павильона. Там мы немножко посидели, и то там тоже наехали. Мол, здесь атлеты не должны быть, они должны быть на бэкстейдже. Я говорю, вы видели, что на бэкстейдже происходит? Типа, совсем что? И там только другой подошел, все, BB Pro, все, типа, знаем, все хорошо. Вот такая история интересная. Вот. Это я не, как бы, не то, чтобы я там ною или еще что-то. Просто везде заведено всегда так, что для про-атлетов делают самые лучшие условия. Так что, поэтому, ну, опять же, выставка, сцена, шоу, само это все круто. Сейчас еще посмотрим, там есть ли задержки или нет. Скоро папится и, в общем, погнали. Сейчас уже время где-то полчетвертого вечера. Мы должны в 4:15 выходить. Ну, с утра я как проснулся, ничего так и не ел вообще. Так пару чипсов закинул. Вот, сейчас немножко водички напью, когда буду памятиться. Вот, и попрем. Могучая воля, великая слава моя. Слышите, да? Это к вопросу о соревнованиях, о допуске. Сейчас была абсолютная бикини. И как приятно это слышать. Это вообще прям мурашки просто. До мурашек. В общем, настрой подняли. Ой, ну прям не могу вообще. Блин, ну спорт же вне политики, друзья.
Шестое нас там сравнивали, я боролся. Я, если честно, не понимаю, в чем дело и что мне надо делать. Кто меня сглазил, кто на меня что навел. Второй раз ядерный, просто бомбовая форма. И как бы и мимо топа-3. Вот даже сейчас проходил, видели, Володя Яковлев. Он сказал то, что вообще без вопросов. То есть за топ-2 мы должны там были с Мишей бороться. Первый, второй. Но меня опять отодвигают с ядерной формы. А в топе ставят двух индусов. Первый индус такой лысый, на Рока похож, это местная звезда. Его встречают там пипец какими овациями. На руках носит. Он местный Рок, короче. Но он реально звезда. Тут такой уор стоит, когда он выходит. Второй индус. Он выиграл вчера прокарту, но выиграл ее очень интересно. То есть дали не за абсолютку, а дали прокарту только одному классу, Б. Вот в его классе дали прокарту, других нет. А вот они двое в топе. Ну, короче, я немножко не понял. У этого, который выиграл прокарту, Игина, Залейтесь и все что угодно. А вот этот Рок, ну правда, ну я не знаю. Вот Миша, да, еще араб один. Они хорошие. Меня надо было третьих наставить, бороться, все. Я чуть. По форме, в принципе, все видели. Вакуум подтянул, вакуум делал хороший. Форма просто получилась, казалось бы, куда, да? Еще ядерней форма сделалась, чем Корея. Ну сейчас дождемся результатов, попаду ли в топ-5 или нет. И там уже включусь. Кстати, вот сейчас стоим, пока ждем Кай Грина. Да, она на произвол сейчас пойдет. Хочу сказать, вот здесь взяли трусы Classic Physique. А, вообще качество огонь, сидят просто супер. Ну просто пушка. Стоит 1000 рублей на наши деньги. Чуть меньше даже. Это вот к слову к тем, кто у нас вот эти мира спортом, бикини там какие-то там или еще что-то такое, которые делают трусы для бодибилдинга, шорты для Classic Physique, шорты для Men's Physique по 12 тысяч. Здесь шорты для Men's Physique тоже по 2000. Просто бомбовые. Они рядом даже вот эти вот. Мои бикини там или что там еще, они рядом даже не стояли. Я просто к тому, что, ну вот, хватит уже на спортсменах пытаться так наживаться. Это надо, короче, свой бизнес открывать. Здесь покупать, у нас перепродавать даже. Плюс 500 рублей там с вещи. И уже все равно 1500. Это не 3-4 тысячи, как у нас трусы продаются для всех визит. Ну вот правда. Он вообще маленький, как бы его бы успеть снять. Там, наверное, больше охраны. Да видишь, уже нас вот выставили все.
атлетов. Я понимаю, когда плюс один, ладно. Но плюс 100. Друзья, видите, какой там флаг? И кто это выиграл? Друзья, Андрюха Мельников едет на Олимпию. 212. Первый в России, кто добрался на Олимпию. А, ну, Володя Яковлев, да, но он с Молдовы. Вот, а именно вот мы берем, если вот так вот, то... Андрюха Мельников, да, выиграл вообще огонь. Красавчик. Писали, кстати, в комментариях, что мы вот в один год с Андрюхой выиграли Elite Pro карты и повторить бы нам эту фотку. Я думаю, надеюсь, в ноябре мы повторим, но просто я немножко чуть попозже доберусь туда. Итак, друзья, мы приехали с соревнований. У нас убрались тут это самое, и вот этот уборщик как знал, что мы приедем с соревнований, что там надо сливаться, все дела. О, зарядил нам 9 литров воды. Вообще нормально. Ну, красавцы. То есть по вот этому сколько хочешь, столько они приносят. По еде можно сколько хочешь ходить там. То есть вот 4 часа с 7 там, до 11 ужин, можешь сколько хочешь приходить тоже. Я просто спросил, он такой: у вас уплочено, можете хоть все 4 часа сидеть и жрать. Вот, собственно, что я вчера и делал. Я вам рассказывал, да, то есть у меня днем были приемы пищи, как бы так получалось, с интервалом примерно плюс-минус 2 часа, 20-20,5. То есть это было нормально. Вот, а вечером я начал заряжать каждый час. То есть я сходил один раз на ужин, что-то здесь закинул, сходил второй раз на ужин. После второго ужина съел рис с яйцами, порцию. После этого я еще закинул хлебцы с арахисовой пастой. А плюс еще я какой-то батончик протеиновый. Короче, закинул я просто до хера всего. Вот, и в итоге вот эта вот чрезмерная загрузка вышла боком в том плане, что я летел просто всю ночь и все утро. Меня вынесло, вычистило просто вот, ну, как только возможно. То есть, грубо говоря, у нас, ну, когда переедаем, у нас отключается вообще все пищеварение, ничего у нас никуда не усваивается. Вот, и самое главное... Просто под действием желудочного сока это все превращается в водичку, и водичка вот так пью, выходит.
То есть, ну, дальше перестало есть, соответственно, все это вышло. Соответственно, сейчас дальше все нормально. Вот. По выступлению. Но это как бы особо не сказалось на выступлении. То есть, ну, вышла вот лишняя водичка и вышла. Как бы по сцене. Блин, я уже даже не знаю, что сказать. Потому что вот, ну, увидели все на видео, да? Форма огонь. Ну, по форме еще улучшил скорее. То есть она стала еще сочнее, жестче, суше. Хотя, как казалось бы, куда суше, но она стала суше намного. Вот, соответственно, позинг улучшил, вакуум улучшил. Вот мне супруга сказала, что где нужно улучшить. Я, ну, собрался, я это все сделал. Но, блин, вот я фиг знает, почему они так судят. Вот сейчас уже ребята там и телеграммы везде пишут, и там тоже все обсуждают это. И не только наши атлеты, да, и из других стран, то, что вот индусов нагло пихают вот так вот. Ну, то есть, грубо говоря, третий и четвертый вот индусы, ну, вообще, ну, я не говорю про спортсменов, да, что спортсмены плохие, они готовятся, они молодцы, да. Но, извините, есть какие-то критерии, рамки, когда у человека вообще вот просто вот такая большая булка ягодицы, и она даже одной вот деления нету там. А тут, когда встаешь, просто вот чуть-чуть ягодицу ставил, там он так все прям, я не знаю, как сказать, в дрызг и в хлам сечется. Тоже фиг знает. Второй без ног, да, рок, блин, похож на рока. А по произволкам тоже очень интересно было. Индусам, значит, включили их музыку на произволку. Больше никому не включили. Я скидывал музыку, все, я говорю, включайте, мне нужно там туда-сюда. Опять второй раз не включает мою новую произволку, блин. Вот, короче, ну, интересно получилось. Но, опять же, как говорит Михаил Клестов, да, все время там, типа, ну, я там негодую, когда, да, там местом занятым, он спрашивает, типа, тебе что не нравится? Я говорю, место не нравится. Он говорит, а форма нравится? Я говорю, форма нравится. Он говорит, вот и все хорошо. Вот всегда у дяди Миши такой ответ. То есть, главное, сделал форму. Нет, здесь, я думаю, он прав, потому что это, ну, судейский фактор, да? То есть здесь я от себя сделал все. Я и улучшился, и вакуум улучшили, и широчайшие добавились. Даже вот вы, друзья, многие заметили, что и широчайшие добавил. Осталось, наверное, мне, ну, хотя тоже руки добавлять. Сейчас руки не выпадали по сравнению с другими. Ну, в общем, могу единственное сказать, то, что вот сегодня с утра еще вот я встал, и у меня такая была усталость. Я до последнего просто лежал на кровати, вот мне даже есть не хотелось. Просто вот дичайшая усталость, как будто меня вот КамАЗ переехал, вот просто. Выступал я тоже на зубах через вот эту усталость. Ну, как, понятное дело, такой плавательный Да, такое спортивное прошлое, конечно, ну, просто так и не проходит. Терпеть я буду в любом случае до конца. И вот, вот что вот мне это самое? Видео вставляешь опять. Сейчас глаза намокнут еще. Мне просто нравится, когда меня моя супруга вот подбадривает просто. Ну, для меня это дорого стоит. И вот здесь я готов собраться и хоть сейчас пойти в зал. Сейчас отдохнешь, пожрешь и дальше поедешь. Ну вот, пожру. Сейчас я готов прям реально, говорю, после этих слов идти в зал шпарить. Вот. Но да, правильно, надо немножко отдохнуть надо. Сейчас здесь у нас 2 дня треша будет. Поедем еще на чудо света Тадж-Махал. Посмотрим. На поезде на местном, да. Ну, короче, это уже в следующем выпуске будет, друзья. И, друзья, огромнейшее, просто вот от души человеческое спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии, за то, что гоните вперед, за то, что тоже, вот, ну, даете правильную, хорошую критику, которой многие заметили, что я тоже прислушиваюсь и тоже корректирую что-то, меняю свои подготовки. Я думаю, дальше еще отсюда будет видео, одно или два, не знаю, как получится. Это, естественно, поснимаем трешачок индийский, я думаю, это стоит увидеть. Вот, и потом будет, наверное, какое-то видео, будет целиком разбор полета. Я думаю, я сделаю 2 турниров вот в Корее и здесь, в Индии. Что где получилось, что не получилось. Как что подводился, как что пил. Напомню, здесь я забыл мочегонки. Причем была интересная история. Но об этом давайте в следующем выпуске. Вот так вот. Еще раз огромнейшее всем спасибо за
комментарий, за поддержку и всем, как обычно, брейспорта.